Программа единовременных выплат и средств материнского капитала подходит к концу. На 25 тысяч рублей могут претендовать семьи, в которых второй ребенок родится до конца этого месяца. А подать заявление необходимо до 30 ноября. Услуга доступна онлайн на сайте Пенсионного фонда. Мамочкам не надо никуда ходить, не надо стоять ни в каких там на остановках, не надо где-то с коляской. Нужно всего лишь зайти в личный кабинет гражданина и там всю эту процедуру сделать. Сейчас правом на такую поддержку в регионе воспользовались более 14 тысяч семей. Общая сумма выплат составила около 360 миллионов рублей.